Привет, ребят, с вами снова Эмили Мил. И сегодня мы поиграем в Hungry Shark. Да, ребят, мне выпал такой подарок на сегодняшний день. Мне дают попробовать тигровую акулу. Она XL. А у меня как бы только, ребята, L открыта. Она получше. Ну, давайте посмотрим. Все, я ее попробовал, нажал. Вот такая акуля у нас. Сейчас посмотрим, что она умеет. Это только на один день, жалко, дали попробовать. Но она мощная. Уже кого-то до кого-то может есть. Знакомый XXL, чтобы съесть этого. Опа, я не знал, что здесь такая штучка есть. Один из пяти ежедневных сундук. Погнали. Я уже могу медуз голубых есть, если я не ошибаюсь. А! Сюда погнали. Или это на один раз дали попробовать. Или это на один день, я не помню. Вроде бы на один день. Или на... А, на один раз. О, на один раз, да. Всё, я здесь. Опа, я могу медуз есть. Опа-на, опа-на. Вот этих тоже есть могу. Вот этих вообще на изи есть могу. И раньше мог. Ну, давайте. Здесь какие-то на глубине должны быть акулы. Ладно, погнали наверх пока. Сейчас вообще крутой будет все. Блин, жрать нечего. Мне на один раз вроде дали. Попробовал чисто. Где все вообще? А, белую акулу не могу есть. Слишком большая. Удивительно, что с этой акулой я знаю это слово. Такого XXL, а у меня такого XL. Ай, белые здесь появились эти. А вот этих я могу. А вот этих я могу есть. Это вроде как я акула. Акуленок. Туруру. Акуленок. Акуленок. Меня кто-то здесь стрелял. Надеюсь, это на один день дали. Прям надеюсь. Еще, как бы в этой серии мы должны были ее открыть, как бы. Все? Получить. Все, нельзя больше. Это реально на один раз только дали попробовать. Ну окей, а в этой серии я обещал то, что откроем, как бы, акулу. Открыли акулу, ну, считай, попробовали. Не, ну, реально, в следующей серии я прям поставлю в этой. В этой следующей серии мы откроем акулу XL. И это уже навсегда у нас будет. А потом XXL. А потом там вообще бесконечность. Потом мегалодон откроем, блин, будем всех убивать. Всех есть. О, господи, всех есть. Так. Тогда мы пройдем игру. Это будет моя первая пройденная игра на этой... А, нет, хотя я проходил Stickman первую часть и Stickman вторая. А к Stickman третью часть я еще не проходил. Да, не проходил еще. Ну, ничего, посмотрим, попробуем там как. По ходу дела, ребята. Вообще защита такая бронированная. А здесь уже плохое из-за вас, людишек, пространство открывается. Опа, золотая. Опять меня лихорадит от этих людей. Вот Джейкоба от кровососов, а меня от этих людей лихорадит. Все, сожрал.
А вот из-под тишка, вот с этой стороны-ка я им зайду, знаете? Вот так. Оба-на, оба-на, оба-на. Оба-на, оба-на. Оба-на, оба-на, оба-на. Здесь, блин, этот мусор бесит. О, кристалликс, алмазикс. Напишите в комментах, как мне лучше его называть, кристалликс или алмазикс. Кристалл или алмаз, короче. Кости! Да изи вообще. Вот так. А, это кто? Я его могу? Я его могу. И тебя могу. Что лучше не быкуйте. И тебя, не могу. Нужна кола XL. У меня только L. Тебя могу, чубыкуш. Ты чубыкуш, тебя могу. Есть. Опа, я имею в виду. Золотая лихорадка опять меня лихорадит. Лихорадит меня, лихорадит. Опа, наедим, едим. О, дайвер. Чисто золотой. Опа, опа, птички, птички. Полетели снегометели. Опа-на. Птички, птички, съелся. А что, если отсюда там вроде какое-то испытание огненное? А чё человек не горит? Стой, блин! Прям перед этим человечком. Еще бы чуть-чуть, я бы его сожрал. Повезло человечку, ладно, пофармлюсь. Ребят, я решил провести небольшой эксперимент. Я очень много пофармил. На 85%. Я решил провести эксперимент, попробовать поиграть за вот эту первую кубу. Чисто так по прикольчику. Давайте. Опа. Я как раз забыл, что уже требуется QM. Серьезно, я не смогу сломать лед. Серьезно? У меня еще ускорение такое маленькое. Знаете? А я человека съесть могу? Такие старания? Не, ну нафиг. Сейчас быстренько мясо сожрут. Какой-то такой себе эксперимент. Вот я и сдох. Это было очень-очень сложно за это выживать. Ну, так ладно, окей. Сейчас. Так-с, ребята, продолжаем эксперимент. Сейчас быстренько. А для вас реально секундочка, а для меня тут я целые 2 часа, блин, эту XL-ку открываю. И, ребят, я впервые этот мячик перенес через вот эту вот всю деревню, которая была на льду. Опа, 2000 за гол дали. Ладно, окей, продолжаем. Ребята, я открыл наконец-то эту, ё-моё, кулу XL. Ой, давайте посмотрим. Вот это разблокированная XL. Это и тигровая, которую мы в начале серии испытывали. Чё, по стоимости? Теперь я могу есть медуз, и вот это... Видите, я могу жрать. Сколько? Вы чё, на приколе, что ли? У меня бабла столько нет. Вы чё, издеваетесь, мужики? Вы чё, реально на приколе, что ли? Это какой 60-ка? Мне еще 2 серии фармить это. Ладно, ребята.
раз таки, пока время есть, мы с вами пофармим. Блин, 60-ка вообще обалдели. Не, ну реально, ребята, это была беспредельщина какая-то. Просто невозможно. 60-ка, 60. Ну хотя бы, ну даже не 30, ребят, 20-ка. 60-ка, это что такое вообще? Я боюсь узнавать, сколько будет стоить мегалодон, когда я его открою. 40 миллионов, наверное. 40 миллионов. Такова моя судьба. Тогда надо бабло феерически просто фармить. Знаете? На счет 3. Судьба. Интересно, куда же? Бам, блин. Фортуна мейджор. Оба-на. Я хочу подкинуть и этим лбом, своим клювом, вот, типа, знаете, подпрыгиваем вместе с меня, вот так, вот, типа, своей мордочкой. Оба. Давай. Легко, голоден. Ах, тоже акуленки туруруру, которых я могу жрать. Сжрать! Быстрее, акула, спаси мне жизнь. Странно, как-то акула ест акулу. Причем такую же акулу. Она хоть обороняет, но как слабо. Мне нужна золотая лихорадка. Мне нужны деньги. 60-ка, мне еще половину, сколько у меня есть. Это очень сложно, ребят, поверьте. Господи, что все звонят-то? Погнали, погнали, погнали. Что за мелкие кашалотики? Я впервые такого вижу. Что это за соло, ребят? Ну, если есть маленький кашалотик, то значит где-то должен быть большой. Не пофиг, я чисто русский через все прохожу, пофиг. Я тут ребеночка твоего ем, кашалот. Золотая лихорадка, нужно быстрее все есть, просто все есть, потому что деньги нужны, деньги. Деньги важны. 400 с чем-то рублей. Бабосиков. Акулойнов. Акулойны. Койны и акулойнов. Я буду называть это акулойны. У меня за этот раунд я нафармил уже ровно 693 акулойна. Мне прикольно я придумал. А может так и назвал? Чисто если логически подумать. Ай-яй-яй, больно, больно, больно. Дрон. Дрон стреляет. Часа тут вообще. Все, ни на что не смотрю, иду на самое дно. Иду на дно. Здесь проход был, я не видел. Опа, опа. Если бы у меня была акула XL, и она бы стоила меньше, я бы это уже давно бы сломал. Но я не могу туда пройти. Опа. Голод. Вот это прям вообще разрывная бомба. Во всех смыслах. Окей, погнали. Да, XXL, я просто 2% открыл. Сколько нам еще серий это надо фармить вообще? А за кадром это сложно делать, ребят, поверьте. Это очень сложно за кадром фармить. Подождите, ну если я открыл?
эта фигня должна была открыться. Осталось один новый акул. Чего один? Один осталось. Новый акул. Арабское море. Я хочу на состязание. Использовать. Состязание. Показать призы. Что я не могу сделать? Получить преимущество, используя себя. Погнали. Меня на состязание не пускают. Вот заразы такие. Не пускают на состязание. Окей, давайте последний раунд. Пофармимся чисто. Бабусиком, бабусиком, а то я уже спать хочу. Ролик сейчас запишем, и можно будет жрать и спать. Но сначала жрать. Как бы после вкусного обеда по закону Эмильеда требуется поспать. Оба-на! Ой, давайте, наваливаем десятку. О, вот если бы у меня здесь случилось бы это... это... Вы меня поняли. То здесь бы я бы разгулялся. Чуть не попался, все сожрал на изиках. Что здесь за подводная лодка? Можно я там бабосики заберу? Ну, 100%, когда ее потопили, там кто-то был. И бабосики, значит, были. О, XXL нужна акула. У меня даже такая не открыта. Чтобы так белую акулу сожрать, блин. Это немного странно, потому что кашалота я могу огромного сожрать, а белую акулу не могу сожрать. Хоть и если... кашалот может сожрать белую акулу. Очень странно, ребят. Это моя речь сейчас. Ноки. Эска. Что это за слово такое? Опа-на, кристалликс. Опа. Мега золотая лихорадка. Могу... Так, белая большая акула. Вы где, мисс мадам мадемуазель, прячетесь? Я вам покажу, кто здесь батя сейчас. Блин, не успел, собака. Ненавижу. Ненавижу. Ладно, ребят, с вами был я, Эмили Мил. Всем удачки. Пока-пока.